Между тобой и мной снова дожди стеной. Ты говоришь прощай, будь со мной, уходи и постарайся понять, что я этот миг готов навек потерять. Любовь это миг с последней капли дождя, и я этот миг готов прожить без тебя. Ту-т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 у. Алиса, я хочу тяночку. Включай Never Love. Песня «Тяночка». Блин. Внимание, это не для детских ушей. Отключи! Алиса, ой, простите. Заживала пленку. Скоро мы все починим. Да, солнышко? Как у тебя дела? Решила освежить в памяти теорию струн. У вас что-то срочное? Сколько раз мастурбировать нужно в день? В интернете пишут, это очень индивидуально. Одним необходимо 2 раза в день, другим достаточно 1-2 раза в неделю. Нередки ситуации, когда желания супругов по этому поводу не совпадают. Но в подобных случаях нужно как-то договариваться. А я драчу 5 раз в день. Скукотень. Давайте что-нибудь другое обсудим. 6 раз. У тебя секс был? Первый секс у меня еще впереди. Сейчас я его тебе устрою. Ха, спасибо, обойдусь. В смысле, блядь? Это был риторический вопрос. Алиса, а какое женское имя, ну, самое ебабельное? Нашлось в интернете топ-12 самых некрасивых женских имен по результатам опроса Степанида: 91 Марфа, 83 Матрена, 81 Капитолина, 77 Федора, 75 Андрона, 75 Иулита, 73 Аниса, 73 Кирилла, 73 Ефросиния, 71 Лукерия. Че за хуйню ты сейчас ляпнула, блядь? Дурочка. Алиса, я играю на сервере Радмир РП, 7-й сервер. Заходи ко мне. Да. Меня зовут Мастурбек Валерий Альбертович, от слова мастурбатор. Я мастер Глэк Валерий Альбертович Жес. Басука. Алиса, а сколько длятся месячные? На obtampons.ru есть такой ответ. Tampons. В норме продолжительность менструального цикла составляет от 21 до 35 дней 1-2. Собственно, сами месячные длятся примерно 2-8 дней 1. Ебать, что за бред, да? Я еще не научилась говорить об этом. А какие тампоны лучше посоветуешь? Да? Алиса, посоветуй тампончики. В подарок или для себя? Для меня. Хорошо, ваш заказ принят. Куда? На деловую встречу. Да иди ты нахуй. Это вот обидно было. Да мне по... Спросил Лису, кто такой Пена, прошу тебя, только без воровства. Алиса! Кто такой Пена? Нашла ответ на dikakademik.ru. Слушайте, беловатый, непрозрачный слой, налет. Накипь на поверхности некоторых ткостей. Дед, от взбалтывания, сильного рождения. Колыхания, брожения, подогревания. Ты повторяешь другое значение за этим мураком, насыщенный мыльным раствором нет. Вода, он взбитая пузырями, белой рыхлой массой. Хуёво другое значение таксистом. Густая, да и беловатая, с пузырями слюна, текущая из пасти некоторых животных, преимущественно в состоянии усталости. Что ты, блядь, за бред ляпнула, дурочка, блядь? Ваше счастье, что я не злопамятна. Ебать, какой бред, сука. Алиса, кто такой пианист Детров? Нашла ответ на mimipedia.ru. Слушайте, Глад Валакас, стример онлайн-игр, ставший бред. Известным благодаря образу 54-летнего деда. Да это записывает бред. Видео, напрягая голосовые связки какой и говоря бред. С акцентом. Это же бред. Это бред, зая. Это бред. Это не бред, а просто образ для наглядности. Это бред все, блядь. Думала, чтобы такое ответить, да не придумала. Да это бред, зая, полный бред. А?
Ты что, тварь или что, сука? Да, да.